Привет, народ! Подъехал лайв-контент. Сегодня была куплена новая клетка для сирийской хомячихи и куплен новый хомяк породы Роборовского. Это самый маленький хомяк в странах СНГ. Сейчас мы будем знакомить эту хомячиху с той хомячихой. Вот она, с вот этой маленькой. Размером с ноготок просто, как мышка. Капина клетка такая большая, как котки, папа. Пожалуйста, не ори, дочка. Рита только что бегала в колесе, но мы это прозевали. Ай, укусила. Кто? Рита. Больно? Ну так. Рита, не кусайся. Вот, знакомься. Ты снимаешь нас? Конечно. Знакомиться, сирийский хомяк с хомяком Роборовского. Так вытащи сирийского. Это еще меньше, чем джунгарский хомяк. Очень маленький хомяк. Нет, я вытаскивать капу не буду, капа ее еще разорвет. Не разорвет. Вот, смотри, какой гигантский хомячок. Капа, капа, смотри, кто к тебе в гости пришел. Ой. Тише, уйди, убери руку, пожалуйста. Эй, Рита, капа. Ну, в общем, вот они познакомились, все. Они не познакомились. Ну, папа, ты мне даже ее потрогать не дал, ты ее сразу спрятал. Ура, у меня Рита в руках. Вот, подсунь ее еще раз Капе. Папа, Рита. Капа. Вот осторожно, 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 не пугай Капу, не пугай Капу. Капу не пугай. Рита. Капа, большая сирийская хомячиха, от маленькой убежала в дом. А маленькая не соображает, что от нее хотят вообще. Наконец-то Капа. Мы помирили Капу и личонку этого. Они не ругались, просто дело в том, что они не знакомы толком. О, видите, как они знакомятся? Смотри, только долго не держи, а то еще эта малая эту большую укусит. Она такая боевая, укусила меня эта маленькая хомячиха. Давай, знакомьтесь. Вот, смотрите, как им интересно. Так, ой, побежала. Рита убежала, да? Рита бегает по людям. На лестнике. Ты как мышь. Капа, ты куда? Спортом заниматься хочешь? Капа. Она говорит. Ну, маленькой, нет. Я думаю, неинтересно. Она боится. Давай ее назад. Давай попробуем ее в колесо посадить. Что-то Рита стесняется в колесе бегать. Сидит и все. Ритуал. Бегай, ритуал. Вот, молодец. Вот это она носится. Ну, слушайте, настоящая спортсменка. А взрослая не хочет бегать. Точнее, не взрослая, а гигантская хомячиха наша, она не хочет. Она любит это, ей понравилось. Она постоянно пытается сбежать, хотя у нее уже клетка достаточно просторная, двухэтажная. Но, тем не менее, она постоянно пытается смотрите, какой трюк. Совершить пулбэк. Ты эту замкнула, все хорошо сделала, да?